Россия заявила об уничтожении министра войны ИГИЛ. Гулмурат Халимов ранее руководил ОМОНом МВД Таджикистана. Около 40 боевиков группировки «Исламское государство», в том числе 4 ключевых полевых командира, уничтожены ударом российской авиации в Сирии в районе города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию Минобороны РФ. По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков, 4 влиятельных полевых командира, включая Амира Дейр-эз-Зора Абу Мухаммад аш-Шамали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГИЛ, сказали в военном ведомстве. Установлено также, что на совещании находился министр войны международной террористической группировки ИГИЛ Гулмурат Халимов, экс-командир ОМОН МВД Таджикистана, РЕД, который погиб от смертельного ранения, добавили в Минобороны. Российские военные заявили, что авиаудар был нанесен в районе сирийского города Дейр-эз-Зор, который на днях удалось деблокировать сирийским войскам при поддержке ВКС РФ. Накануне была получена информация о том, что командиры отрядов ИГ планируют провести совещание в окрестностях Дейр-эз-Зора в подземном бункере. После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты 2 самолета Су-34 и Су-35, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами. Результативные действия ВКС России позволили ускорить деблокирование города Дейр-эз-Зор и приступить сирийским войскам к его непосредственному освобождению, говорится в сообщении. Ранее в СМИ сообщалось о назначении Халимова преемником лидера ИГИЛ аль-Багдади. Абу Мухаммед аль-Шамали, гражданин Саудовской Аравии, он руководил логистикой боевиков. Ранее сегодня коалиция во главе с США сообщила об уничтожении в Сирии 2 лидеров Исламского государства, включая инструктора операторов по управлению беспилотными летательными аппаратами. По материалам сайта newsgro.com.